Здравствуйте. Смотри, это же, кажется, мама твоей одноклассницы Ирины. Ты же ее знаешь. Почему ты с ней не поздоровалась? Некрасиво же. Я боюсь с ней разговаривать. Вот еще новости. Почему? Сплетница! Ябеда! Сплетница! Ябеда! Сплетница! Ну-ка, рассказывай, что приключилось? Мы решили прогулять урок и пойти в кино. Прямо-таки все решили? Все 30 человек? Наверняка кто-то первый придумал и предложил. Ага, Ирина. Остальных называть не хочу. Не успели мы вернуться из кино, как оказалось, что классный руководитель узнал зачинщиков и вызвал родителей в школу. Неприятная ситуация. А ты-то тут при чем? Да потому что все считают, что это я рассказала классному руководителю. Ирина 100% рассказала маме. Вот я и боюсь. Привет. Что за крик? Опять что-то интересное без меня обсуждаете? Мало еще для взрослых разговоров. А я, видимо, стар. Я такого не говорила. И я. Ой, дочь моя, видимо, у нас с тобой сегодня день не задался. А вот угадай, откуда я сейчас иду? Сдается мне, что из школы. Нет. Ну, о том, что пропускаете уроки в школе плохо, мы с тобой поговорим попозже. А буквально несколько минут назад меня твои одноклассники пытались убедить, что у нас в семье завелась ябеда. Или как они еще говорили? А, предатель. И ты им поверил? Спокойствие, только спокойствие. И умей встречать клевету с высоко поднятой головой. Как говорил преподобный Ефрем Сирин, хотя бы неправда, по-видимому, произносила нам осуждение и торжествовала. Не убоимся и не оставим прямого пути по слову сказавшего. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Пап, у меня есть предложение. Нужно срочно отвлечь Софию от грустных мыслей. Правильно, прекрасное предложение, тем более, что повод есть. В истории нашей страны был человек, которого несправедливо назвали не то что там каким-то ябедой, предателем. А кем? Убийцей. Якобы он поспособствовал гибели малолетнего царевича Дмитрия Иоанновича. Старшая дочь, о ком идет речь? 15 мая 1591 года в Угличе погиб царевич Дмитрий. В организации убийства царевича народная молва обвинила Бориса Федоровича Годунова. Как всегда, блещут интеллектом Татьяна Дмитриевна и Всемирная сеть. Обе молодцы. А мы с вами, ребята, отправляемся на Николаемскую улицу к храму Семена Столпника. Там и начнем знакомство с Борисом Годуновым. И вот перед вами храм Семена Столпника за Яузой. Этот величественный храм видно только с Николаемской улицы. А у меня сразу вопрос, а кто такой Семен Столпник? Когда-то, давным-давно, в Сирии жил монах Семен. И он придумал новый вид аскезы, то есть достижение духовного совершенства через молитву и умерщвление плоти. Этот монах 37 лет провел на столпе, творя непрерывную молитву. Преподобный Серафим Саровский 1000 дней молитвенно предстоял Богу на камне. Прямо-таки на столпе? На столпе. Столпом называли возвышенную площадку, камень или башню. Совершенно чудесный храм. Храм действительно хорош. И именно этот начали строить в 18 веке. Но когда-то здесь, на этом месте, стоял деревянный храм, который был построен к 1600 году и освящен в честь преподобного Семена Столпника. Потому что 1 сентября 1598 года, в день его памяти, Борис Федорович Годунов официально взошел на русский трон. Первая церковь была построена во знаменование венчания Годунова на царство. Пап, а почему царем стал Годунов? А не один из сыновей Иоанна Васильевича Грозного? Ну, ответ на твой вопрос одновременно и прост, и сложен. Дело в том, что старший сын Ивана Грозного умер в молодости от болезни. Хотя есть другая версия, где утверждается, что его убил Иван Грозный во время ссоры, ударив по голове посохом. Но, как говорится, слухи есть, а доказательств нет. Средний сын Грозного царя Федор Иоаннович был полной противоположностью и старшему брату, и отцу.
Говорят, он был кроток, аки агнец. Всем сердцем возлюбил царевич Господа нашего и дни напролет проводил в молитве. После смерти Иоанна Грозного правителем страны номинально стал Федор Иоаннович, но фактически вся власть сосредоточилась в руках его шурина, стольника Бориса Годунова, бывшего опричника. Сам Борис Федорович Годунов был весьма неординарной личностью. Родился наш герой в семье вяземских дворян. Он и сестра Ирина рано остались без родителей. За сиротами присматривал дядя Дмитрий Иванович Годунов, который состоял на службе у Грозного и со временем стал персоной, приближенной к царю. Дмитрий Иванович упросил Иоанна Васильевича разрешить несовершеннолетним Годуновым жить в Кремле. Борис и Ирина с государева соизволения росли вместе с наследниками русского престола на полном царском обеспечении. Сам же Иван Грозный отличал среди кремлевских отроков юного, смышленого Бориса Годунова. Ловкий молодой придворный очень нравился Малюте Скуратову, любимому опричнику и помощнику царя. Скуратов опасался за свою жизнь, поэтому старался окружать себя преданными союзниками, а лучше родственниками. Из этих соображений Малюта выдал старшую дочь за Василия Шуйского, младшую Марию за Годунова. А как Борис Годунов попал в доверенные лица к царю Федору Иоанновичу? Не Малюта же Скуратов ему в этом помог? Да, история эта весьма запутанная и основана тоже на слухах. Достоверно известно имя одной из ее главных участниц – Евдокия Сабурова, родственница Годуновых. Сначала ее присматривал себе в жены сам Грозный, а потом женил на ней старшего сына Ивана. Это тот, которого он то ли убил, то ли нет? Он самый. Кстати, 18-летний Иван, опять же по слухам, без памяти влюбился в красавицу Евдокию. Но семейное счастье наследника было недолгим. Грозный царь вскоре спровадил невестку в монастырь под предлогом, что царевна бесплодна. Ого! А что Иван? Неужели не заступился за любимую женщину? Перед кем? Перед Иваном Васильевичем? С ним вступишь в пререкание. Да, Иван Иванович не заступился за любимую жену Евдокию, но, говорят, Борис, опять же по слухам, высказал свое неудовольствие поведением царя. И что? То ли сказал он эти слова не тому человеку, то ли тот человек недостоин был доверия Бориса Годунова, но и глазом не успел моргнуть, как оказался в опале у Ивана Васильевича. Но выпутаться из беды помогла сестра. В Ирину Годунову давно был влюблен Федор Иоаннович. В 1575 году Ирина становится женой царевича без традиционного царского смотра невест. Именно так Борис Годунов попал в доверенные лица к царю Федору Иоанновичу. Какая сказочная история! А почему Федор Иоаннович, по сути, передал власть Борису Федоровичу? Ну, об этом вам лучше узнать самим. И для этого вам придется посетить русскую царицу, урожденную Ирину Годунову, в иночестве сестру Александру. Доброе утро! Здравствуйте! Good morning, children! Ой, простите, писала по-английски, не успела переключиться. Здравствуйте и еще раз извините. А кому вы писали, если не секрет? Илья! Извините, пожалуйста, он у нас немножко невоспитанный. Да он просто любопытный. Мой брат такой же. А кому писала, особого секрета нету. К аглицкой королеве Елизавете, своей любезнейшей кровной сестре. Вот это да! Вы переписываетесь с английской королевой? И не только. Я принимала иностранных послов, заседала в Боярской думе и переписывалась с патриархом Александрийским. Вообще, наверное, я была слишком умна и образована для нашего царства. Ну, нет, чтобы тихо сидеть в тереме и заниматься вышиванием. За ум мой и приглянулась я Феденьке. Еще детьми, о чем мы с ним только не переговорили. А скажите, пожалуйста, почему ваш муж отдал бразды правления вашему брату? Вспомню слова грозного государя. Свекор мой назвал Феденьку постником и молчальником, рожденным более для кельи, нежели для власти державной.
А злые люди и вовсе называли моего мужа дураком и слабоумным, но милостивым и не склонным к войне. А английский дипломат Джильс Флетчер и вовсе доносил, что теперешний царь относительно своей наружности росту малого, приземист и толстоват. Что касается до других свойств его, то он прост, весьма любезен и хорош в обращении. Тих, милостив, мало способен к делам политическим. От себя скажу, что Феденька вставал около 4 часов утра, одевался, умывался, принимал духовного отца, затем прикладывался к иконе святого, празднуемого в этот день. Молился пред ней. После этого снова приходил священник и кропил все святой водой. И тогда уже отправлялся в церковь, откуда возвращался только к обеду. После еды снова шел молиться в храм Божий. Феденька очень нравился нашему богобоязненному народу своим благочестием. Вот и пришлось государственным правлением заниматься боярам, возглавлял которых мой братец Борис. Скажите, пожалуйста, а почему после кончины вашего мужа, царя Федора Иоанновича, вы не стали сами править русским царством? Патриарх Иов и мой брат тщетно просили Федора назвать имя преемника. Феденька отмалчивался, мол, во всем воле Божья. Он наказал мне после его ухода принять иноческий образ и закончить свои дни в монастыре, что я и сделала. Через 9 дней после кончины мужа я объявила о решении постричься. В день моего отречения в Кремле собрался народ. Толпа слезно просила меня остаться на царстве, но не принимать престол — это была не только моя воля. Большинство люду сочли бы этакое новшество женщину на троне неслыханным. Как и говорил Феденька, все решила Божья воля. Рука Господа распорядилась нашими днями, я стала монахиней, Борис — русским царем. Спасибо большое за рассказ. До свидания. До свидания. Храни вас Бог. Наверное, Ирина Федоровна хорошо бы правила русским царством. Да. В 1589 году Ирина Годунова встречается с патриархом Иеремией II. А это что за история? Начнем издалека. В 1439 году митрополит Исидор, назначенный на Русь из Константинополя, подписал унию, то есть союз с католической церковью, и признал от имени своей паствы ее догматы. Таким образом, русская православная церковь оказалась подчиненной папе Римскому. Это просто потрясло Россию. По возвращении из Москвы митрополит был арестован великим князем Василием II. Русские епископы соборно не признали этого союза и решили самостоятельно поставить нового митрополита без разрешения Константинополя. Первым соборно поставленным митрополитом стал святитель Иоанн Рязанский. Около столетия греки не признавали ни московского патриархата, ни вообще права русских православных на самостоятельность. К XVI веку, к эпохе Бориса Годунова, русская церковь начала занимать лидирующее положение среди всех православных церквей. Константинополь был захвачен турками. Константинопольская патриархия и прочие православные церкви Балкан оказались в затруднительном положении. Ее представителям пришлось ездить в Москву, как тогда говорили, за милостыней. Соответственно, нужно было утвердить новый статус русской церкви и сделать соответствующим ее реальному положению в православном мире. В 1589 году в Москву приехал константинопольский предстоятель Иеремия II, тот самый, с которым встречалась царица Ирина. А ее брат Борис вел с ним долгие и трудные переговоры. Опять же, по слухам, константинопольский патриарх дал согласие на учреждение на Руси патриаршества лишь после затяжных переговоров. В 1593 году Собор Восточных Предстоятелей утвердил 5-е по чести место русского собрата после патриархов Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского Константинопольского. Так что первая московская патриархия появилась благодаря Божьей милости и усердию Бориса Годунова. А вообще с московским царством надо было дружить. Хотя бы по той причине, что по предложению Бориса Годунова была отлита из бронзы
царь Пушка. По приказу царя ее установили рядом с лобным местом на Красной площади, чтобы Пушка была символом военной мощи нашего государства, ну и дополнительно способствовала популярности самого Годунова. Про внутреннюю политику мы все поняли. А какая в то время была внешняя? А вот об этом спросите не меня. Спросите Бориса Федоровича Годунова. Кто прочтет мои поучения и не посмеетесь, а? Бормочет что-то там. Как там у классика-то? Пушкина имеешь в виду? Да. У него Годунов бормочет, и все тошнит. И голова кружится, и мальчики кровавые в глазах. И рад бежать до некуда. Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Здравствуйте. А это правда, что вы причастны к убийству царевича Дмитрия, как писал Пушкин? Чух. Это который Пушкин? Стольник? Да нет, поэт. Хотя, кажется, его предки были стольниками. Смерть Дмитрия не моя вина. А за стольниками Пушкиными надо присматривать, чтобы их потомок напраслину на меня не возводил. Ну вот, подвели наше все. Да не слушайте вы их, мало ли что девчонки наболтают. Вы лучше расскажите, как вы с соседними странами управляетесь-то. Управляюсь. Вот пытаюсь завершить русско-шведскую войну. Длится-то она уж 10 лет. Началась она, когда мы пытались вернуть России захваченные Швецией Нарву, Ивангород, Ям, Копорье. А шведы, видишь ли, воспротивились и напали на наши пограничные земли. Вот тут еще набег крымского хана на Москву. Пришлось оттянуть силы. И вот шведы дошли до Белого моря, разорили земли Кольского острога, Соловецкого монастыря. И что, шведы отдают наши земли? Сейчас зачитаю. Смотри. Мы уступаем Нарву, Ревель, Везенберг, Ладе. Швеция возвращает Ивангород, Ям, Копорье, Ладогу. Обязуется не нападать на Псков и земли Двины. В свою очередь мы, не будем нападать, воевать против Швеции и Финляндии. Их купцы могут торговать в Москве, Новгороде, Пскове, а наши в Выборге, Ревеле, Турку. Вот таким будет мирный вечный договор со Швецией. Ну, мы не смеем вам мешать. Удачи вам. Удачи, Борис Федорович. До свидания. Да хранит вас Бог. Любуйтесь, чада мои. Как говорил в одном фильме царь Иоанн Васильевич, ляпота-то какая. Правда, настоящий Грозный этой красоты не увидел. Почему? Разве Кремль не построен в давние-предавние времена? Строить начинали, да. Давние-предавние времена. Но именно царь Борис Федорович Годунов возмечтал возвести за кремлевскими стенами святая святых – Новый Иерусалим. Весь православный мир признавал единственным православным царем московского государя. Еще к Федору Иоанновичу патриарх Иеремия обращался в письмах как «царю великому православному». Преемником его во всех смыслах стал Годунов, и именно он лелеял в чаяниях возвести храм Воскресения Христова по образцу легендарного храма Гроба Господня. Ну и где же он? Что-то я не вижу. И не увидишь. Годунов не успел воплотить в жизнь свои планы. Нам с вами осталась только колокольня Иван Великий. Это настоящий символ преемственности власти. Сначала построили при великом князе Иване Калите церковь Иже под колоколы и освятили в честь византийского богослова игумена Синайского монастыря Иоанна Лествичника.
Через 170 лет на ее месте возвели церковь и колокольню 60 метров высотой. По приказу Годунова ее надстроили на 21 метр. Для того века потрясающая высота. Здорово! А Воскресенский собор поэтому не поставили? Он, наверное, должен был быть таким же масштабным. Селенок не хватило или стройматериалов? Времени. Царь Борис умер и был похоронен вон там, в Архангельском соборе, где с древних времен хоронили русских правителей. Но и на этом его история не заканчивается. История царя Бориса заканчивается здесь, в Троице-Сергиевой лавре. А почему не в Москве? Сейчас все узнаем. Мы сейчас с вами находимся возле последнего места упокоения всей семьи Бориса Годунова. И вот все, что связано с его последним часом и с последующими событиями, это все напрямую связано с трагическими событиями смутного времени, в том числе и с политикой. Он умер скоропостижно, очень скоропостижно, почти внезапно. Тем не менее, он у нас царь, поэтому он был погребен там же, где и все цари, а то есть в Архангельском соборе Кремля. Через месяц после его смерти был организован штурм Кремля, причем главной целью был не Кремль как таковой, а главной целью было убить царскую семью. И Лжедмитрий I, который объявил себя сыном царя Иоанна Грозного, тем самым Дмитрием, вот из-за смерти которого и начались как раз основные события смутного времени, объявил Бориса узурпатором. И он приказал его и его семью похоронить без отпевания, без всех полагающихся таинств на окраине Москвы. А после смерти уже самого Лжедмитрия и после изгнания поляков из Москвы царем становится Василий Шуйский. Он приказывает перенести останки царской семьи сюда, в лавру. А почему была выбрана именно Троице-Сергиева лавра? Учитывая, что тогда еще история с царевичем Дмитрием, с его внезапной смертью, она в то время еще была у всех на устах, а учитывая, что Бориса очень многие подозревают в этом, хотя его причастность к этому не доказана, Шуйский не рискнул переносить его обратно в Москву, потому что в таком случае мог бы случиться сам бунт, и уже Шуйский, возможно, повторил бы судьбу Бориса буквально. Почему именно в лавру? Лавра – это царский монастырь. Лавра всегда была патрональным царским монастырем. И лавра была одним из любимых мест самого царя Бориса. Вот если вы пройдете по монастырской сокровищнице, по нашей ризнице, по музею, по просто монастырю, огромное количество вкладов дано было именно Борисом Годуновым и его семьей. Так что вот как раз и место безопасное, и в то же время достаточно почетное для царя. Итак, ребята, мы с вами сейчас стоим под единственным колоколом, уцелевшим из тех, что подарил лавре Борис Годунов. Этот колокол зовут «Лебедь». Колокола стоили очень дорого. Отливать их могли только лучшие из лучших мастеров, которых часто приходилось ждать, пока они к тебе приедут буквально месяцами. Поэтому на каждом колоколе есть обязательная надпись и пожертвователя, и правителя. Этот колокол был отлит в лучшие годы Бориса Годунова, когда он был при царе Федоре Иоанновиче, вот последнем нашем царе из династии Рюриковичей, когда он получил один из самых важных титулов в стране – конюшего боярина, который отвечал за всех царских лошадей. И Борис Годунов подарил этот колокол в 1594 году. Папа, а почему ты все-таки уверен, что Бориса Годунова оклеветали, что он не убивал царевича Дмитрия? Ну, по ряду причин. Во-первых, царевич Дмитрий не имел права претендовать на русский трон, потому как был незаконно рожденный. Мария Нагая, мать Дмитрия, была шестой женой Ивана Грозного. Церковное признание имели четыре брака государя. Четвертый в виде исключения. Во-вторых, разбираться с угличским делом Годунов направил людей, которые к нему не благоволили. Комиссию возглавлял его недруг боярин Василий Шуйский. В ходе следствия были опрошены сотни людей. И комиссия пришла к выводу – ребенок погиб в результате несчастного случая. Борис Федорович Годунов не убивал царевича Дмитрия Иоанновича. Клевета это все. Клевета. Так что, София, бери пример с царя Бориса
и, как говорили в наше время, выше нос. Мы с вами уже говорили о надежде, которая поддерживала Годунова в его трудах и скорбях, неспосланных Господом. А знаете ли вы, дети мои, что питает и подкрепляет надежду? Смирение и терпение. Смирение и терпение – это национальная особенность русского характера. Недаром на Руси особо почитают Семёна Столпника, образец смирения и терпения. На иконе в руках преподобного свиток, на котором написано: «Терпите, братья, скорби и беды». Подвиг Семёна Столпника вдохновлял и утешал царя Бориса. Не устану повторять, наши храмы – это пронесенная через века великая история великого народа. Храм Семёна Столпника Заяузы открыл нам несколько славных и героических страниц. А сколько мы еще увидим храмов? Сколько узнаем интересного из жизни страны и народа? Много? Много. Ну а теперь, Татьяна, доставай телефон. И давайте запечатлеемся на долгую память об удивительном человеке Борисе Федоровиче Годунове, его сестре-царице Ирине и о добром царе Федоре Иоанновиче, благодаря которым у нас есть первый московский патриарх и города от Царицына до Тюмени. Ура! Ура!